поменялась презентация доктора Смальты, как у них это все происходит, и семейная медицина, как, как и государственная у них есть, как и частная, в принципе, ну, интересная практика. Ну, и ты знаешь, что ну, у нас пока что мы не дотягиваем, но сложно с этим всем. Уровни очень разные, нехватка все равно финансирования, я считаю, идет. Особенно как семейный доктор в селе чувствуется. Немного не хватает декларации, нам сложнее заполнять. Единственное, есть система, минус в нашей системе по поводу того, что идентификация действительно пациента не очень понятна, как это все будет происходить, так как у наших у осип третьего веку пациентов очень у многих нету телефонов, либо они не умеют ними пользоваться, даже вот сейчас на данный момент наши доступные лики не все могут даже включать это сам. Большим плюсом есть то, что нам ввели посплинную свиту, так как все врачи обязаны будут повышать свой квалификационный уровень, не в зависимости от того, где они работают. Хотя, если они хотят работать, они обязаны это будут делать. Не, это будет происходить не раз в 5 лет, как раньше это было. Поехав на один ПАЦ, можно было набрать определенное количество баллов, необходимо для аттестации. Сейчас это надо будет делать ежегодично. То есть уровень украинских врачей, уровень их знаний будет возрастать. Это большой плюс. И для врача тоже саморазвитие. Мы сможем быть конкурентоспособными, в первую очередь, в своей сфере. И, в принципе, на мировом уровне тоже повышаться наш уровень знаний. Вот.